Строители Чувашии участвуют в восстановлении инфраструктуры города Мариуполя в Донецкой Народной Республике. Они занимаются реконструкцией разрушенных домов. Сейчас им верили на восстановление еще 6 домов. Всего в работе у них 14 многоквартирных жилых объектов. Сначала строителям из Чувашии отдали на восстановление 8 жилых домов. Обследования показали, что 4 из них непригодны для реконструкции и подлежат сносу. По другим 4 ведутся восстановительные работы. Первая задача – это закрыть контур здания, то есть отремонтировать поврежденную кровлю, заменить поврежденные окна и запустить отопление для того, чтобы обеспечить подачу тепла для проведения отопительного сезона. Во втором этапе уже будут ремонтироваться коммуникации, это электрика, водопровод, канализация и, соответственно, фасады здания. Сейчас строители готовят объекты к отопительному сезону, устанавливают окна и батареи. В 2 домах занимаются монтажом кровельного покрытия. В оставшихся 2 эту работу уже завершили. На сегодняшний день на территории города Мариуполь задействовано порядка 160 человек. 3 организации работают у нас там и 4 единицы техники. Первые 2 дома ожидаем, что к концу октября будут полностью закрыты тепловые контуры и подано тепло. И, соответственно, остальные по мере готовности тоже будут подключаться к системе теплоснабжения. Как завершат работу в первых 4 домах, приступят к восстановлению следующих 6. Милена Алексеева, Алина Сусметова, Павел Иритков, Республика.